помните Петра, святейшего Петра. Во время он не был святошей. Сперва был рыбаком, потом учеником, и поначалу вроде бы хорошим. Петра позвал Христос, и тот за ним, как пес, побрел везде учителю, внимая. Но как-то вечеря задел Христос Петра, в лицо ему сказав, не доверяю. В лицо ему сказав, не доверяю. Не будет у меня милей ученика, которого я вылепил из манны. Но трижды ты предашь меня до крика петуха, как только прочь бежишь из Гефсимана. Но трижды ты предашь меня до крика петуха, как только прочь бежишь из Гефсимана. Ужаленный змеей вскочил он сам не свой, разбив чужую ценную посуду. Учитель, дорогой, я за тебя горой, не то что там какой-нибудь Иуда. Я за тебя умру, и льву я пасть порву, но речь его учитель прерывает. Испей-ка, брат, вина, крепка твоя вина, блажен, кто о вине своей не знает. Блажен, кто о вине своей не знает. Не будет у меня милей ученика, которого я вылепил из теста. Но трижды ты предашь меня до крика петуха, а то, что будет дальше, всем известно. Но трижды ты предашь меня до крика петуха, а то, что будет дальше, всем известно. Все в точности сбылось, как предсказал Христос, предвидевший подробности ареста. И бедному Петру, что спрятался в нору, сказали: выходи, ты был с ним вместе. Ты был с ним заодно и пил одно вино, поди же раздели иную чашу. Но Петр закричал, руками замахал: да я его в глаза не видел даже. Да я его в глаза не видел даже. Не будет у Христа милей ученика, которому благоволили звезды. Но трижды он предаст его до крика петуха, а то, что будет дальше, слишком поздно. Но трижды он предаст его до крика петуха, а то, что будет дальше, слишком поздно. Той ночью после двух пропел таки петух, хотя бы мог дождаться и рассвета. Что птицу прикать, в коту ее бросать, раз у людей друг другу веры нету. Мы встретимся с Петром году в 37-м, а впрочем, годы все у нас похожи. Кто молится Христу, кто плоть дает Христу, и все вокруг чистюли да святоши. И все вокруг чистюли да святоши. Не будет у Христа, вернее, ученика, и лучше проповедника не будет. Но трижды он предал его до крика петуха, и никогда об этом не забудет. Но трижды он предал его до крика петуха, и никогда об этом не забудет. Не будет у Христа, вернее, ученика, и лучше проповедника не будет. Трижды он предал его до крика петуха, и никогда об этом не забудут. Но трижды он предал его до крика петуха, и никогда об этом не забудут.